есть? А мы не высыпаем а его. А что вы делаете? Сейчас будем планировать. А чей это стройматериал? Кто это все скинул сюда? Это мы стройматериалу 30 лет. Мы вчера только сюда приехали. 30 лет? Да. Этому материалу от этого моста разобранного. Кто скидывал сюда? Мы его не а вы что приехали? Мы здесь площадку будем подвозить сюда. Какая площадка? Это заповедник. Вы что? Вы откуда? Кто вы такой? Из города. Какую фирму представляете? А? Город Дорстрой? Рост. Рост? Да. А начальник кто? Ну сейчас подъедет мастер будет. От национального парка есть разрешение? Я не знаю, сейчас подъедет, да. Ну вы что себе позволяете? Эти пойменные луга, они служат для заповедной территории. Для сохранения биологического разнообразия. Кто это сыпает? Сыпет сюда, а? Не знаю. Не знаю. Мост. Значит, сейчас поедет сюда полиция. Убирайтесь отсюда. Это противозаконно. Либо документ у вас должен быть на разрешение на работу такую, либо уезжайте отсюда. Значит, будет полиция, пограничники. Побачив, что мы снимаем, и відразу в тик. Разделай несколько фото. Фотка отсюда сделай. И посмотри, что они там. Отсюда сделай фото. Скажіть, а що ви тут робите? Що ви тут робите? Де? Ну тут, на цій території. А ви що, не бачите, стоїм? Просто стоїте. Чому ну, ви сюди... ж бачите, що а, просто... а чому ви сюди заїхали, скажіть, будь ласка? Ну а де ж стати? На дорогі тут же сплошна. Ну так проїжджайте далі. Чому куда ви далі? Тут стоїте? Куди далі? Ви тут працюєте? Що ви робите? Ну так ви знаєте, що навіть ковжон ржавий, нічого ми тут не працювали. Чому ви тут стоїте? У вас що тут? Ви стійник? Чи це ваша база? А що база? Тут запрет? Тут немає знаку да. Ніякого. Так поставте знак, що стоять. Це заповідне урочище. Тут не а можна взагалі стоїте? Знаходитися. Ну ви чого стоїте там? Вам можна? Ми стоїмо на трасі. Ну нічого. Що ви тут робите? Ще раз питаю. Стоїмо.